В таком случае вот карта. Перед приездом я поспрашивал местных охотников, попросил определить места обитания существ, которые меня интересуют. Все отмечено на карте. Отличная мысль. Будет их проще выследить. Клипы. Да, пойдем. Свет сейчас просто идеальный. Что ты собираешься сделать? Вызвать Джина и схватить его? Вряд ли ему это понравится. Прикрой меня. Это обязательно делать здесь? Да. Одна дошлепалась уже, да? Досок. А кусаниху, хочешь кусань? Давай здесь, да, укуси Геральда. Укуси Геральда за жепу. А, да, еще. Ух ты. Что-то у вас не слишком ли дохера? За проезд передаем. На. Магия вне Хогвартса. Паук-колдун. У нас был коп-паук, а теперь это колдун-паук. Или паук-колдун, неважно. Эдгар, привет. Как Боруто? Ну, если ты про нового персонажа, то довольно хороший. У него очень сильный ультимейт. Ну да, очень сильный ультимейт и способный. Ладно, кого я обманываю? Полное говнище этот персонаж. Блин, это будет несправедливо, нервы, мне кажется. Там должны быть какие-то очень веские причины, почему заберут один режим. Что это было? Подожди. Подожди, это дуальник, алло. Что? Так, мне кажется, у меня сейчас уникальная ситуация. Против нас играет читер. По правде говоря, впервые такое встречаю. Так, флаг беспрепятственно тащит нам. Подожди, это же читак. Мне вообще похуй. Понятно, понятно. Я все понял. Так, надо просто не давать ему. Я все понял. Так, ждем удачного момента. И он настал. Иди сюда. Оп. Убийство. А ну-ка на землю. Бам. Нравится? Так, вроде бы есть. Попал в Чидори один раз. Не-не-не, ты никуда не уйдешь. А кто-то выиграл то, что не играет. Но кто на меня? Сюда. Баба-ба. Выжить нереально. Знание и разумение твоей книги и всякой мудрости. Какой нафиг книги? У меня книги не... А, у нее болтается книга в заду. Что-то здесь не ладится. Да, возьмем, чё бы нет. Я помню, то вчера проходил. Болтается книга, но тут ты мастер строит предложение. Клипуйте, гайз, срочно.